Твоя душа будет только моей. За блин оставлю. Я твой худший кошмар. Да не, я не думаю. Но он должен быть очень хорошо заряжен. В общем-то, маг, чтобы он прям вообще выиграл. Да, я тоже достану такого же. Просто маг, у которого есть Slam Strike, это вообще не... Не факт победы. Ой, это выйдет на ход, наверное, на четвертый. Что-то мне так подсказывает. Либо сейчас вообще выйдет. Окей, это выйдет сейчас. Я понял. Зачем меня призвали? Действительно так необходимо! Моя самоводка взрывается очень редко. Восемь на третий ход. Ну, как бы ничего необычного же. Извините, я маленький, но очень злой. Так, и я буду продолжать драться за стол. Правильно? Раз. Два. Удар за хил. За короля лича! Окей. Как скажешь, друг. Как скажешь. Ладно, давай так ударю. Хочется, конечно, ему уже лицо разбивать, но... Ну, можно, в принципе, раз, два, три. Давай. Что здесь на лице? Да, я ничего же не теряю, ну что такое? Три урона вместо единицы получаю, но... Я думаю, это не так печально. Сейчас, не дал побэмить. Молот рода! Твоя душа будет моей! Пас, пас, пас. Само собой, я буду строго единицы искать. Тройки я буду оставлять только тогда, когда у меня будет хорошая единица, двойка и тройка. Это, скажем так, неудачная рука. Свет защищает меня. Ладно, хорошо, я могу достать тебя. Ха-ха-ха!
Ну ладно, давай. Рискну достать тебя. Нет, раздрозатора я буду оставлять, когда будет нужно на защиту. А не для рыцаря. Рыцарь меня не волнует. Рыцарь это в большинстве случаев просто 3-3. Я не буду пытаться из него время вставать. Со своих существ. Ну, получится с врага. Здорово. Огромного мира. Я, видимо, Dark Iron Dwarf'ом разменяю сюда. Ну давай без 1-1. Уберу тебя, уберу тебя. Я могу так убрать, кстати. Но зачем? Вопрос. Если бы он ударит сюда, то... Если он ударит сюда, тогда я буду убивать так-то. Если он ударит в лицо, то я буду Dark Iron Dwarf убивать сюда-сюда. Вот. Не, ну ладно. Окей. Так, ну я могу без Dark Iron Dwarf обойтись, значит. Достану на Инкрона. Не против, у меня вождь Серного Волка на следующий ход, поэтому. That's fine for me too. Что ты мне чудовище из 5-5 достанешь? Так любишь тотем прижимать. За сколько будет? 3 маны? Ну да, не достанет, ладно. Ладно. Все, 6 на 5 год, это тоже хорошо. Или с другой стороны, я могу... Просто я могу сделать вождя Северного Волка намного больше. Интересно. Да, я хочу сделать его больше. Учитывая, что у меня пауки могут развалиться. Учитывая, что я даже могу сейчас... Ладно. Я могу достать Dark Iron Dwarf 2 единицы. Могу 1 единицу плюс пятерку на следующий ход Dark Iron Dwarf плюс и не биться. Да, ладно, хорошо. Могу удариться даже и... Но нет, тогда он отхилится. Не, ладно, давай Dark Iron Dwarf, хорошо. Ты называешь это оружием? А то он отхилится. Будет очень здорово. Хочу. Хочу достать. Гроза, конечно, будет плохо, но да ладно. Может быть, единицу одну не стоило доставать на следующий ход, а плюс Frost Wolf. Тоже пофигу. Гроза не факт, что всех убьет. Ну, то есть, это останется точно, это может быть. Окей. Еще один разряд. Ну, ладно, не страшно. Разряд. Тап. Не очень я на самом деле посчитал. Тап тебя или огненный бес плюс тебя? Не, я лучше огненного беса достану. Чё бы не достать? Северные волки готовы к бою! Бабах. Бабах, бабах. Значит, я могу так ударить? Наверное, вот этих ребят уберу. Вот этими тремя ударь сюда. Да. Я хочу, чтобы Дезратл у меня остался. Ну, Хекс или... Или ты пропал, дружище. Не, ладно, еще Санс сойдет. Ну, это с кого ты смешишь? Ну, это же вообще не серьезно. Окей.
Тап. Это пойдет в фейс. Это действительно так необходимо. Или все же зачитит. Не, это все слишком перебор. Как прикольно. Берем тебя, мы достанем. Тебя мы достанем. Тебя. Лицо 10. 11-10. Садет, садет. Не взлетал на следующий ход? Нет? 8... Нет, 18. Победа за тобой. Ну да, когда у тебя нет ответа на 10-11, ну... Я буду сражаться с честью. Твоя душа будет моей. Хорошая двойка, ее оставлю, а так хочу единицу. Ладно, хорошая тройка. Но все равно я хочу единицу. Так много единиц не идут. Что за недела? Что за недела? Окей. Какая-то собака будет плохо, наверное. Что мы должны очистить солнечный колодец. Ну давай. Плохо, если у нее еще Шаттерсон есть. Это будет так плохо. Терибл. Окей. Значит, такой момент. Да не, мне лучше пускай. Ладно, пускай он сюда падает, ба. Так много возможностей. Я лучше себя достану. Да, 3-3 диван сил. Что же, Сильвермун Гвардиан настоящий просто на ход раньше. Не катастрофа. Тебе понравится. Ну, печальненько, ну ладно. Я могу убрать. Может быть, я лучше вокруг Гетдауна поиграю? Или это все же Авент? Это может быть Гетдаун. Вообще, я сначала на Secret Trial. Ну, хотя не, зачем мне это, в смысле. Ладно, давай. Ну да, это тоже плохо. Тоже плохо. Может быть, мне нужно его доставать тогда. Потому что мне его сразу убивали, не идеально убивает, а как я его добью? Никак не добью. Хорошо. Поэтому мне лучше Даркарен Дворфом его убивать. Что приказать? Окей. Окей. Что-то еще? Упас? Давайте-ка. Не, я ударю так. Я хочу убить раз-два. Сделать консекрейшн, тогда Даркарен Дворфа убьет.
Нифига. Жду приказаний. Окей. Так, все чищем? Готово. Может быть, не все. Все. Ладно. Если я ударю сюда вот. Если я ударю сюда вот, то тогда меня накажет консекрейшн, я 5 урон пропущу. Так, если он забафает его, то мне же в принципе пофигу. Если консекрейшн плюс, значит, защита, то, конечно, это для меня будет печально, но да ладно. Не очень верю в Азиум Протектора плюс консекрейшн. Ой, это так наплевать. Просто... Настолько наплевать. Тобой закроюсь. Давай тап. Становится жарко. Мои глаза всегда открыты. Зачем меня призвали? Фейс, фейс, фейс. Это убрать. Вход в Колизей будет плохо. Квальтик на секрет не плохо. Активность должна быть восстановлена. Утя! Где мои единицы? Ничего из этого мне не нужно. Мне нужны мои единицы. Ну ладно, есть единица. Хотя такая себе. Потому что, скорее всего, она проиграет. А это значит, что у меня все ничего. С другой стороны, если она... Нет, она проиграет. Удивительно. Ну ладно, давай я тебя сделаю дарбомбу, но не хочется, конечно. Да. Мне бьет так, я его добиваю так и залечу. План действий таков. Идет запуск. Порталы открыты. Ну давай. Запахло жареный! Йети меня расстроит. Ну хотя ладно, я могу тап сделать плюс... Ух ты. О, это еще... А, ладно, это на самом деле не так страшно. Не страшно. Да, на самом деле довольно печально. Ну ладно. Давай, мне нужен обилив. Покупаешь или продаешь? Это должна работать хорошо, женщина. У меня много рассыпающихся ребят. Ладно, я уберу. Выиграет. Ну, конечно, он выиграет. Ладно, я хотя бы парня могу брать. Ну-ка, что-нибудь хорошее мне. Гангос. Гангос. Это неплохо. Это тоже хорошо. Может быть, даже лучше, чем это. Сейчас, потому что он мне не может это убить. С другой стороны... Я точно убиваю тебя. С
другой стороны, если он достанет True Silver, я смогу зачистить. А если я достану... достав им ганбосс, если я его достану, то нифига не смогу зачистить. Там есть минус. Так много возможностей. Японский Integration тоже будет хуже. Хорошо. Слишком во многих, значит, вариантах хуже будет достать таунт. И, в принципе, защищать 2-1 это для меня не такая же большая и радость. Убьет, да и фиг с тобой. Это так. Приятно. Жду приказаний. Это вообще-то очень не очень. Так, а что делать? Единицу я, наверное, не буду вставать. Ну ладно, хорошо, давай я сделаю так. То есть, ну, если он сейчас достанет что-то большое, да? Я очень надеюсь, на самом деле, на что-то большое. Здорово, Стань! Секрешн. Ладно, я могу Siphon Soul сделать на худой конец сюда. Что такое? Это фигня. Ладно, это не фигня, я пошутил. Ну, хотя Siphon Soul все равно работает. Ладно, это фигня. Окей. Дай мне задание. Я поэрировал инкест. Да, придется делать. Нет, не придется делать. Женщина не хочет уходить. На самом деле, я сейчас довольно сильно побеждаю. Я не уверен, что его две карты справятся с моими двумя. Да-да, 3-1. Гады. Ну ладно, это был гандикап. Здесь не поражение. Я должен сделать 12 не за 3 поражения, за 2 поражения. То есть, по сути, за одно поражение. Ладно, за 2. Гул'дан и Рал! За молот Рока! Твоя душа. Так, хочу ли я оставить им гангбосса? Это крутая, конечно, очень тройка. Ладно, хорошо, она слишком крутая для арены. Я оставлю ее. Где мои единицы? Это двойка, это не единица. Серьезно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 карт, и мне ничего не приходит. Ну, как-то не знаю. Неудачей, наверное, это можно назвать. Окей. Я ударю так. Он меня идеально убивает, я хочу немножечко хотя бы... И ребят, чек-то спавнит.
славу Роя! Угу, ну можно подумать. Здорово, Хари. Значит, что я могу сделать? Вот один дар-бомба плюс тройка. Я зачищу. 3-1 у него останется против моего 4-1, 1-1 и 3-3. Тут 2 пятерка. У него останется 4-4 плюс 2-2 против моего 3-2. 3-3, 4-3, 4-4, плюс, значит, 1-1 после гангбосса. И что из этого лучше? Мне кажется, это лучше будет. Нет, мне в какой такой большой не... Тут можно быть вообще так делать. Да, вот это будет лучше. Ну, кстати, 2-2 было бы лучше убрать. Ну, хотя, не лучше, потому что мне его не убивает. Да, сойдет. Хорошо, давай сделаем так. Думал сделать форсира, но зачем? Никакого смысла. Лучше сделать так. Ну так. Да, не, вообще печально, что учитывая, что... с ним сражаться, фиг его знает. Ладно. Значит, я могу достать тебя, это будет 4 стоить? Ну да. Давай. Черт! Ну, я могу себя полечить. Либо я тебя достану. Я тебя достану. В общем-то, неприятно, но... Хекс какой-нибудь, он, конечно, в большом плюсе был. О, не... давай только без Хекса еще сверху. Ладно. Это будет 6-6. Так, могу его полечить. Или себя лучше полечить. Давай его полечу. Мои глаза всегда открыты. Ядерные волки готовы к бою. Ух. Счастливчик. Но это 50 на 50, поэтому, ну, как бы, так. За короля лечения!
Не то, что будешь прям мега-мега, я счастливчик. Ну да, счастливчик. А, значит, я могу оставить больше существ? Я сначала тебя достану. Не хочется его доставать. Значит, я могу оставить больше существ, могу более, значит, слабых оставить существ. 8-1 мне очень нужен. Не, я, наверное, кстати, вот так разменяюсь. Раз, два и три. Можно тебе... Не, раз... Интересно. Раз. Три. Да, ладно, хорошо, 8-1 мне. Я передумал. Победа за тобой. Учитывая, что у него был очень хороший заход, и у меня был очень плохой заход. Да, вот это учитывая. Как много единиц двоек у меня, и нифига ничего не зашло. Я все равно победил. Почему? Потому что колода очень сильна. Так, у меня есть тройка. Тройка, и я больше нифига ничего не буду оставлять. Потому что двойка, она нифига не... Я конечно, могу понадеяться, то, что мне придет что-то. Твоя душа, и мне, скорее всего, моя... что-то придет. Ну, ладно, давай. Дарбомба. Спасибо. Ну, давай еще один топ-дек. Я, наверное, буду доставать микромашинку через... Вообще не прет. Ладно, дарк бомба легко. Приветствую тебя. Эй, детки, я уже здесь. О, хрен с тобой. Ладно. Окей. Окей. Я могу сделать так. Зачем мне делать так? Не знаю, я лучше тебя убью. Мои клинки жаждут крови. Неплохая комбинация. Свайп. Не хочу по РР волнам делать. Три один я сделаю. Интересно. Верно. Я могу... Нет, он не убьет его. Три три на следующий. Что это такое? Может быть свайп, но хотя он, конечно, такой себе. Ну, такой средненький. Да. Ладно. Две тройки достану. Если не придет какая-то... А я не знаю, чем его спорти. Чтобы я отказался от двух троек. Мне нанести удар. Пора пустить кровь. Видимо, Пойрер вам будет сейчас. Да, хорошо, давай. Ты,
А хочу ему в лицо ударить, или я убью Берсерка лучше? Восемь урона в лицо — это много? Ну ладно, нет, давай. Не будем мы... Да, 7-7 на столе тоже хорошо. Разобраться с ним сейчас проблема. Достанет 8-8. Ну, не очень здорово, но ладно, у меня вроде тяжелая карта-то еще в колоде. Закон подлости, правда, никто не отменял. Что же мне делать? Ну да ладно, ну да ладно. Значит, еще один вождь Северного Волка, либо Морской Великан, это будет для меня самое лучшее. Я вернулся. Ух, окей. И что, я хочу его убрать? Да, ладно, хорошо, пожалуй, я это убью. Блин, 7 в лицо, это я даже не 7 нанесу, это я 11 нанесу сейчас ему. Это у него остается, значит, еще 11. И проблема, как я буду его убивать. Потом, если он мне вдруг как-то... Вдруг у меня 7-7 как зайти в другую. Интересно. Не знаю. Не, ладно, хорошо, давай, я пошел выиграть. Прими лекарство. Ну, такое. Не очень наказание. Время крушить. Где там мой... Слава Синдара! Ай. Буду давить до конца. Шум. Хорошо, давай Siphon Soul сделаю я. Хоть это и не очень-то и потрясающе. Разбираться с этим никакого желания. Но, к сожалению, у меня не очень много урона из руки, может быть, но ладно. Если он сейчас поставит какой-то большой таунт, я расстроюсь. Давай, без большого таунта. Это фигня. Это меня не волнует. Не, ну вообще волнует, конечно, потому что я стол отдаю. Ух. Пожалуй, я все оставлю. Ну, то есть, да, не лучшая тройка, но сойдет. Коль у меня такая кривая. Единица, единица, двойка, тройка. Я, может быть, его полечу, может быть, я лицо полечу. Учитывая, что огненный бес мне по-любому в лицо плюнет. Я. Какой-то value с него точно есть. Тебе нужно благословение?
Может, я ее одну, его одну, а вот только достану. Тебя могу еще достать. Если выиграю, потрясающе, проиграю. Ладно. Похоже. То есть мне в любом случае вот это лучше. Да. Я, наверное, не буду бить, потому что там может быть Бертрапа. Да, давай я так. Встану и всё. Ты меня спрашиваешь причину падения стрима, или ты меня спрашиваешь, падал ли стрим? Падал. Причины интернета не было. Так, что я тебя сделаю? Не, я... Не хочу ли я бить-то вообще? Не хочу, точно не хочу. Мои глаза всегда открыты. Что значит 0-1? 1 от дисконнекта. Если одно поражение есть, но оно... Оно нечестное. Я его не признаю. Окей, давай тебя. Мои клинки жаждут крови! Конечно, могут этих двух достать, но он бы мне им папу убивал, это не очень классно. Как мне кажется. Не против. Северного волка. Северный волк готов к бою! Семь меня устраивает. Окей. Я тебя, наверное, уберу. Я, наверное, побольше ребят их достану. Собаки будут страшны, но такова жизнь. Вообще, стоило бы вот так поставить, с этой стороны его. Explosive Shot, чтобы самый такой был. Тоже фиговенько. Ну, ладно. 7-5 не умирает. Что у тебя еще есть? За 5 маны. В лицо. Ничего себе. Вот это интересный поворот. Вот это вообще поворот, так поворот. Скажу вам. Это действительно поворот. Давай, я сделаю так. Покупаешь или продаешь? Собаки очень будут больно. 7 урона собаки наносят. Плюс 2, 11. Ну, может быть, стоило вокруг собак поиграть, но ладно. Ну, а если у меня есть скилл-команд, то неважно, доставал бы я их или нет, он бы меня все равно убивал. Поэтому пофигу. А. 11. А так у него ровно летал, и я лох. Блин, ну... Да, это печальный момент.
Это вообще печальный момент. Да он тоже как лох сыграл, учитывая то, что... То, что он сначала пару собак и ударил, а потом достал глейвзук, а если бы баф на них попал, на тех, которых ударил. Был бы огромный фейл. Валира! Ну ладно. Будь начеку. Моя душа будет моей! Две единицы, давай. Три единицы. Мы тебя не перезовем. Слишком ты скалит оптимистичная какая-то. Ага, сейчас. Тебя достать или вот этих двух достать? Я думаю, лучше тебя достать. Хотя и хочется, чтобы кровавый бес начал бафать как можно быстрее. Но ладно. То есть 50% то, что забафает его. Либо я достаю тебя и... Не, давай. Возьмем 50%. А в чем же счастье, скажем? В чем же счастье, если не в арену? Если не в 12-0? Сайсайон добыл. Это плохо. Это плохо. Ладно. Здоровья мне уже мало. Вряд ли я выиграю. Никогда не выиграю. Я есть 4 плюс 1 на следующий ход. Я не думаю, что меня обоих убьет. Такое разнообразие. Так могу. Я могу достать. Бэт. 4 плюс 2. Будет приятней. Дай мне задание. Бафы меня полностью. Так, давай подумаем, что я хочу сделать. Я могу реверсинг свитч сюда и убить его. Могу достать тебя и за пятерку его достать. И когда я... Как я его буду убивать? А фиг его знает, как я его буду убивать. Возможностей. Да, видимо, мне нужно реверсинг свитч и... Ну и да, просто могу его достать. Просто Вульфу чуть позже. Не выполнено. У меня есть Safe and Soul. У меня есть Burst. Я, в принципе, доволен.
меня не волнует. Это меня не волнует. Я победил. Правильно? 4, 4, 8, 8, 16, ну да. Становится жарко.